Кафедра высокомолекулярных соединений и коллоидной химии исследует данные полимеры уже больше 25 лет. И данная разработка появилась не просто так, а достаточно давно, когда эти жидкие перчатки разрабатывались совместно с ГИТО для защиты медперсонала от внутрибольничных инфекций. Секрет в том, что мы соединили давно исследуемый нами полимерный комплекс, который хорошо ложится на руки и может длительно находиться как на здоровой коже, так и даже на раневой поверхности. И включили в него коллоидное серебро в особой форме, которое имеет очень большую антибактериальную активность.